считаю, что он на высшем уровне проходит. И видно, что сами осетины, они любят этот вид спорта. И поэтому такая масса людей пришли посмотреть. Уровень, конечно, высокий. Насколько важны международные турниры именно в Арсуалане для спортсменов, для России нашей? Вот я бы сказал, да, очень важно вот, побольше турниров бы провести, как бы, турниры и зрителям, и всем для фанатов интересно, как бы, да, вот, собираться. И, в частности, я, например, да, вот, часто по турнирам езжу, хотя у меня не всегда получается ездить, но вот сейчас начал ездить, ну, как бы поддерживать наших старших. Итак, в частности, сейчас будет выполнено еще одно Арсена Сулеймановича. Я чисто пришел поддержать его. И, вот, честно говоря, не ожидал, что на таком уровне будет проводиться. И спасибо ему, что вот так проводит, что вот так радует, да, людей таким мероприятием. Какие эмоции получаете от турнира на данный момент? За кого болеете? Какие схватки понравились? Ну, схватка вот предыдущая понравилась очень. Такая боевая схватка была. Встретились атлеты из Дагестана и Осетии. Это давние соперники, всегда были они. И поэтому такая горячая схватка получилась. Очень интересные схватки. Самому не хочется на ковер? Самому, честно говоря, смотришь, когда очень сильно хочется, но понимаешь, что не все, что хочется, оно возможно, как бы, да. Спасибо вам большое. Рады были вас видеть.